почитать. Здравствуйте, Ксения Станиславовна Литцарева, декан факультета филологии Вятского государственного университета. Новый роман Сергея Кузнецова, прозаика, журналиста, учитель Дымов, поначалу как-то завораживает, притягивает, но где-то к середине начинает отпускать, ослабевать и в итоге оставлять читателя в недоумении, в какой-то недосказанности, недоработанности, безысходности. По сути, это своеобразная сага, нечто среднее между ранней Улицкой и женщинами Лазаря Степановича. Язык увлекает, но каких-то художественных прорывов не дает. Меняются повествователи, но речь персонажей одна на всех, абсолютно лишена индивидуальности. Да и сами характеры персонажей вызывают не симпатию, а какую-то злость, желание хорошенько встряхнуть. И эти жесткие суждения возникают потому, что хочется действительно хорошую книгу об учителе, преподавателе, современной школе или вузе. А здесь несколько обманутые надежды и потерянные иллюзии. И все же книгу нужно прочитать. Она заставляет размышлять о времени, о сути бытия, о превратностях судьбы, о странностях любви, о хрупкости человеческой жизни. Если говорить о линии, связанной с учительством, то это мужчины рода Дымовых. Владимир, профессор химии. Его сын Валера. Сначала учитель физкультуры, а затем гуру, занимающийся йогой, эзотерикой и другими восточными практиками. Его внук Андрей, вначале журналист, а затем учитель литературы. Другая линия связана с любовными отношениями. У Владимира, и это главная коллизия, странная слепая любовь к Ольге. Младше его на 12 лет, фарфоровая куколка, пустая и холодная. И тайная привязанность к ее двоюродной сестре Жене, доброй, отважной, самоотверженной. Но Женя – раба своего чувства к Владимиру. Есть еще женщины и Валеры, и Андрея. Есть еще множество мелькающих, милых персонажей, непрорисованных и непонятно для чего появившихся. Есть еще ощущение времени, страны, истории, сэр. Но это только фон для того, чтобы показать судьбы героев, их взаимоотношения, поиск своего пути. Правда, непонятно, как человек учит может жить вне страны, не соприкасаясь с государством, и при этом заниматься любимым делом. Дорогие слушатели, может быть, вы найдете ответы на эти вопросы в романе Сергея Кузнецова «Учитель Дымов». Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город», на улицах Преображенской, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! «Дай почитать».